смысл все-таки есть, потому что все-таки не оставить можно. Можно, можно оставить. В принципе, мы можем демонстрировать через самого ноутбука. Еще будет это тоже. Думаю, короче. Окей. Між тим, сьогодні у нас наш захід, ми запланували з Тетяною Цивановою та Владом Селіваном. Влад є гештальт-терапевтом і художником. Тетяна є мистецтвознавцем, але в першу чергу психоаналітиком. Я мистецтвознавець за фахом. І нам було дуже цікаво зробити такий експеримент. У нас є об'єкт, один об'єкт для всіх. Спробуємо з вашого кашка. Давай. У нас є один об'єкт, на який ми дивимося, це творчість Олександра Аксініна і його оформлення. І є різні методології. І врешті гіпотеза наша, вона в тому полягає, що дивлячись на один той самий об'єкт, але з різних точок зору, з точки зору вийшло. З різних точок зору ми можемо отримати різне знання. І можливо, яке можна навіть якось якимось чином сумістити. Я буду модерувати сьогоднішню дискусію. І завдання наше полягає в тому, щоб дати можливість додати до цього мистецтвознавчого нашого контексту ось ці психологічні якісь експерименти. Додати і побачити, що з цього вийде, тому що ми дійсно це експеримент в реальному часі відбувається. І ми дуже багато, ми кілька разів зустрічалися з Владом, з Тетяною, і обговорювали Аксініна. Він всіх нас заворожує, але всі ми бачимо в ньому щось своє. Тому що я, як мистецтвознавець, бачу в ньому привід для розмови про 70-ті в радянській. І один з головних методів в мистецтвознавці, і ми почнемо, мабуть, з того, що поговоримо про ті методи, про методологію нашу, да, з яким чином наша методологія справу.
подхода. І я що ми можемо зрозуміти в результаті психоаналітичного підходу до творчості? Є такої дуже любима поняття прикладного психоаналіз, що я мені каже, що психоаналіз как бы един в любом случае, потому что это сутность человека, который смотрит, и мы больше говорим, когда приступим на работу, говорим не о, об авторе как таковом, или не о том, что хотел он сказать, а скорее вот, с точки зрения того, что видит зритель, который смотрит на эту работу, скорее вот, наверное, все-таки кто этот зритель, и где он стоит, где ему да, остаться в этом положении, там, временное, историческое, культурное и так далее. Тобто головні висновки стосуються не твору і не автора. Ну, виходить, що з одної сторони ні, а з іншої сторони все одно як якось приходимо, так як будто би вот автором путем. Тобто так или иначе можемо затронути і сторону автора, но без самого автора ми, скажімо, на ту сторону перейти не зможемо. Тогда нам нужен сам автор, который захочет да, в этот путь отправиться аналитически. Производить анализ, либо же он сам это делает в своей работе. Ну, вот скажем, сама Ми коли задумували цю розмову,
Вбачалося, що багато таке протистояння буде між Тетяною і Владом, між різними підходами в психології. Да? Я думаю, що конфлікт він все ж таки в якийсь момент виникне, але зараз те, що я бачу, це головний конфлікт, це між мистецтвознавцями та психологом, да, бо людьми, які мають справу саме з психологією, просто тому, що нас цікавить в першу чергу художнє мистецтво і певна об'єктивне знання певного. А вас цікавить в першу чергу людина, яка дивиться, да, людина і глядач. Це абсолютно суб'єктивна історія, і вам не потрібна ніяка об'єктивність і претензія на цю об'єктивність. Це цікаво. А коли вічно вам якось з того інструменту, да, то есть, якщо ми будемо говорити, то ви дійшли на красаву начальні, для мене, наверное, будуть важливі в случае Осінина сразу появившися поняття, це повтор, закон, наслаждение. Закон, тобто це певні межі, які художник сам для себе ставить. А закон вообще річ. Закон символічного порядку, з которым ми, в общем-то, благодаря которому друг друга чуть понимаем, да, и помощью которого мы общаемся. И то, каким образом сам автор этих работ использует вот этот символический порядок, что у него приносит, как он с ним работает. Якщо ми говоримо з точки зору
мішкальні підходи і психоаналіз. Що виявляє ось такі погляди, ось такі підходи? Я скажу, что, во-первых, мне тяжело достаточно, да, в такой, ну, в таком эксперименте участвовать. Почему? Потому что я пытаюсь смотреть на все это через взгляд гештальт-терапевта, не через взгляд художника. Да, я понимаю, что гештальт-терапия не предназначена для того, чтобы анализировать художественные произведения. Поэтому задача достаточно непростая. Но если... Да. Але якщо спробувати зробити, добре, воно для гештальт-терапевта, ми можемо говорити про ці речі, але тоді у нас має бути хтось, да, хто говорить про це, і тоді ви зможете щось сказати, чи як відбувається тоді взаємодія. Ну, я буду проводить пока что, попробую пойти по такому пути. Я буду проводить параллели пока между контактом, допустим, там, двух или контактом клиента и терапевта, и контакта человека, зрителя, да, и произведения. И, возможно, оно к чему-то выведет и подорожит. Гештальт-терапевт работает, ну, метод такой экспериментальный, феноменологический, то есть что означает наша встреча двух людей, оказывается неким экспериментом, в процессе которого происходит какой-то опыт. Да? И основной инструмент познания этого опыта феноменологический, то есть терапевт начинает замечать, что происходит. Да? И вот когда приходит клиент и что-то рассказывает, он, конечно, говорит много слов, да? Они имеют дело со словами. Вот. И вот глядя на графику Аксинина, допустим, первым делом... Ты же богато съешь. Да, причем слов, знаков, то есть вот всего, какого-то богатства, всяких таких вот означающих, ну, какое-то очень богатое, такое семиотическое поле, или создается, по крайней мере, впечатление вот этого большого богатства. Вот. И тогда первый взгляд, первая реакция такая завороженность, да, завороженность этими символами, текстами, словами, вот, без понимания, что происходит, без понимания, что стоит там за этими означающими, что стоит за этими словами. Вот. Но дальше вот я проводил, по сути, такой эксперимент там, над собой. Да, я смотрел, я долго смотрел. Я сначала был очень впечатлен, заворожен, масса деталей, огромное количество писем. У меня было такое ощущение, что мне в руки попали там листы какого-то алхимика, Фауста, который там рисует какие-то там схемы бытия и так далее. Все это ужасно интересная игра. Но со временем я стал замечать, что как будто пытаясь познать, постичь смысл этих слов, значения и так далее, я стал проваливаться в некоторое ощущение пустоты. Да? И так бывает, да, в тех случаях, когда клиент, допустим, разворачивает какой-то очень красивый текст, но этот текст не связан с неким подлинным переживанием, которое действительно в данный момент актуально. Когда получается, ну, как будто имеем два уровня. Один уровень, некий большой, красивый, развернутый текст. Ну вот, и второй уровень, это такое переживание, да, ну, можно говорить, их, да, их ситуации, которое не включено в этот... Тобто це начебто ширма, це начебто такий декор, за яким щось художник від нас намагається сховати? Можно и так сказать. Но это как бы гипотеза, которая возникает в процессе, вот в таком процессе терминологического какого-то освоения работы. Да? Mm-hmm. То есть вот да. И тогда возникает тогда наряду с опытом как бы восторга, такого, да, какой-то зачарованности, интереса, любопытства и так далее. И параллельно с этим возникает еще опыт подозрения. Да, подозрения. То есть появляется еще одна составляющая. Как бы темная составляющая этого процесса. Пустота и молчание, и такое тоже бывает, что
человек просто молчит всю сессию, например. И оно понятно, что оно заглавлено, например, каким-то приветствием и прощанием, но действительно может быть вот ничем не заполненная пустота или же пустая речь, вот в случае, да, такой тоже наш термин, когда действительно речи много, но непонятно, что она вот прикрывает. Алексеевна, мне кажется, что это еще такая игра с попыткой отстраниться вот как раз от символического порядка. То есть мне это напоминает... Давай проясним, что такое символический порядок. Да, сейчас я вот просто встречала пример, да, чтобы мне это напоминает те буквы, да, которые украшались в средневековье, библейские, да, вот эти вот инициалы. Буквы, инициалы, да, совершенно, это вот, они могли быть украшены драгоценностями и так далее. А сама буква уже превращалась в нечто большее, чем просто часть слова. Да, она вот как будто бы вырывалась, да, вот, пыталась вернуться в тот дословесный какой-то период, когда мы словно бы можем дойти до такого состояния, просматривая изображение, когда слово, оно же перестает читаться. То есть это как некий образ, который, в котором можно найти что-то другое. Например, там, текст, который создает форму катушки. И даже если мы начнем читать текст, то в какой-то момент, в конце, там, появляется этот момент повтора, плачет, ну, если вы читали, да. То есть игра с текстом, попытка вот выйти из... символическое, что такое, это термин абсолютно психоанализ Лакан, да, я использую эту терминологию сейчас, это часть способа восприятия мира, часть конструкта субъекта, возможность мыслить, да, возможность что-либо воспринимать, связана вот именно с речевым нашим аппаратом, с возможностью кодировать и декодировать что-то, да? Когда мы что-то в слова, в какой-то, вносим какой-то смысл, и другой человек способен это потом из слова, из образа, да, как бы вынести, да, изъять. Даже сами мы сами, да, в какой-то момент, ну, совсем такой немножко простой пример, наверное, в данном случае, когда, например, случается катастрофа, и что говорят психологи, нужно срочно все проговорить, да, вот, должен быть процесс осмысления и проговаривания того, а что же произошло. Почему это как бы необходимо, ну, тут опять три точки, потому что ответов очень много, но отчасти можно сказать, что это прописывание истории, то есть заполнение той такой лакуны, где есть некое переживание, и оно наконец-то становится опять символизировано и упорядочено в какую-то некую систему, в которой все оправдано, все логично, все замыкается. И ты можешь эту систему себе вернуть, да, присвоить, да, ее, да, и с ней тогда иметь... Потом ее видоизменять, да, там, интерпретировать и так далее, но ты ее уже как бы захватываешь. И понятие вот реальности, как оно несколько отлично, наверное, от других дисциплин, где это слово присутствует, это как раз реальность недоступна. То есть в случае психоаналитического опыта реальность — это нечто, что постоянно нами осмысляется, постоянно вот накладывается уже на наш опыт, на какую-то такую матрицу вот этого символического, которую мы его пытаемся все время охватить. Но как раз вот этот довербальный период, о котором мы вроде бы как имеем представление, но тоже символическое какое-то представление. То есть когда мы говорим о том же самом детстве, да, там, ну, совсем сейчас по клише идем, да, если мы говорим о воспоминании каком-то прошлом, это не значит, что мы на самом деле находимся в прошлом или переживаем, мы говорим о нем здесь и сейчас, и, соответственно, переписываем заново. И вот эта попытка вот вернуться туда, вот, до вербали, когда можно посмотреть на слово как, не как текст, не как какой-то закономерность, логику, а просто вот как образ. Мне кажется, это такое вот... Где еще... слово означает только слово, а... Тут скорее так, как повтор, потому что тут такое вот удвоение, как в зеркалах, где идет постоянно увеличение, и когда... Может быть, кто-то пробовал в детстве играть такую игру, когда как вот берешь слово и повторяешь очень много-много раз. И как-то момент...